Император вознаграждает самых отважных. Не бойтесь, я умею управляться с огнем. Моя сила течет в каждом живом существе. Враг обнаружен! Мужайтесь, друзья. Где-то рядом затаилось зло. Возвращайтесь в свои норы, мерзкие крысолюди. Терновник и Вереск ответят на мой зов. Ветер Герана обрушится на окрестности. Мои умения в вашем распоряжении. Бежим! Бежим! Скорей, скорей! Мощь Сигмара сокрушила врага! Больше жизни! Стройся в цепь! Шагайте, бездельники! Левый, правый, левый, правый. Враг обнаружен! Построить ряды! Всади им пулю! Союзники империи в опасности! Мой гнев разожжет великий пожар! Войска империи атакованы! Древние скалы сокрушат ваши кости. Небо явит свой гнев. Союзники империи в опасности. Понял. Будет исполнено. Я пройду через скалы и лес. Ветер Герана обрушится на окрестности. Ветер укажет мне путь. Я пройду через скалы и лес. Войска империи атакованы. Я чищу наши земли от грязи. Союзники империи в опасности. Разбегайтесь, ему не схватить нас всех. Небо явит свой гнев. Мощь Сигмара сокрушила врага. Ветер Герана обрушится на окрестности. Сама земля желает тебе смерти. Небо явит свой гнев. Я стану живой. Бежим, бежим, скорей, скорей! Все превратится в дым и руин. Я не дарую пощады. И войска империи атакованы! Огонь! 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 Мощь Сигмара сокрушила врага! Огонь! 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 Мне весь мир открытая книга. Огонь! Враг обнаружен! Я чищу наши земли от грязи. Атака!
Земля перестанет быть твердью. Сама земля. Мощь Сигмара сокрушила врага. Я чищу наши земли от грязи. Враг обнаружен. Войска империи атакованы. Деревья и травы разорвут тебя на части. Да прибудет со мной Сигмар. Союзники империи в опасности. Мощь Сигмара сокрушила врага. Небо явит свой гнев. Разбегайтесь по норам! Древние скалы сокрушат ваши кости. Мощь Сигмара сокрушила врага. Акши, уничтожь их! Опора обнаружен! Защита людей! The Emperor commands. Бой за империю! Деревья и травы разорвут тебя на части. Деревья и травы разорвут тебя на части. Земля перестанет быть твердью. Разбегайтесь по норам! Мне весь мир... Ветер Акши! Открытая. Услышь мой зов! Мощь Сигмара сокрушила врага! Чем может помочь? Войска империи атакованы! Сохранется кровь грешников! Опора земель! Защита людей! Союзники империи в опасности! Меня прислали союзники из Альтдорфа! I will make it so! Поле боя будет за нами. Our orders are clear. Нынче нам предстоит кровавая работенка. Империя одержит верх. Наступление не должно прекратиться. Союзники империи в опасности. Слава или смерть? Третьего не дано. Мощь Сигмара сокрушила врага. Мне милы заводи Герана. Мне милы заводи Герана.
Враг обнаружен! Мой союзник — само небо! Ополченцы! И все мертвы! Небо зарублены! Небо явит свой гнев! Ветер Герана, враг обнаружен! Даруй мне вечную силу. Древние скалы... Узнайте гнев повелителя Сигмара! Стихники империи в опасности! Я чищу наши земли от грязи. For the Empire and Honor! Деревья и травы разорвут атака! Тебя на части. Враг обнаружен! Они научатся уважать Хеллбластер! В атаку! Разнести войска в клочья! Войска империи атакованы! Зажги атака! Фитиль и отскочи! Земля перестанет быть твердью. Тучи следуют за мной. Атака! Деревья и травы разорвут тебя на части. Свой гнев. Мощь Сигмара сокрушила врага. Ветер укажет мне путь. Враг обнаружен. Река течет по своему руслу. Река течет по своему руслу. Союзники империи атака! В опасности! Земля перестанет быть твердью! Один на один. Враг обнаружен! Враги проклянут тот день, когда они осмелились бросить вызов императору! Коллегия Нефрита послала меня вам на помощь! Ветры Герана исцелят самые тяжкие раны. Терновник и вереск ответят на мой зов. Союзники империи в опасности. Я чувствую силу земли. Отважные войны сражались до конца. Мощь Сигмара сокрушила врага. Вражеский предводитель отправлен в пасть Морра. Этот день нам дан богами, чтобы мы снискали славу. Атака! Бой за империю! Пока дышит хотя бы один враг, нам не знать отдыха. Союзники империи в опасности!
Да пребудет со мной дух Сигмара! Атака! Что в этом богами забытом месте делает жрец-воин Сигмара? Я прибыл сюда по зову нашего бога. Сигмар будет вами доволен. Вы отважно сражались. Я брат Гюнтер. Это клеймо у вас на лице. Вы сын Альбрехта фон Кесселя? Да, но мы с вами никогда раньше не встречались. Откуда вы это знаете? Однажды я видел вас. Как раз до того, как вам поставили это клеймо. Грубер просил меня это сделать, но я отказался. Вы отказали графу? Но почему? В то время он еще не был графом. И я не верю, что сын несет ответственность за преступление своего отца. Более того, я сомневался и в виновности вашего отца, но никто не желал меня слушать. Уверен, Груберу это не понравилось. Не понравилось? Что нравится или не нравится графу, волнует меня меньше всего на свете. Он годами преследовал меня, но теперь у меня есть доказательства его предательства. Граф не тот, кем кажется. Он служит темным богам хаоса. Очень смелое обвинение. Я же сказал, что у меня есть доказательства. Он заключил сделку с повелителем гнили, богом чумы. Он сделал так, чтобы вашего отца и деда обвинили в его же преступлениях. Грубер дал темную клятву, чтобы излечиться от своих смертельных язв, и пытался скрыть этот факт. Сначала Аврелион, а теперь вы говорите, что я не заслужил это клеймо позора, и во всем этом виноват Грубер. Граф убил моих родных, захватил наши земли, и все это время именно он был заодно с темными богами? Он за это ответит. У меня недостаточно людей, чтобы справиться с ним. Мы должны обо всем сообщить императору. Люди есть у меня. Мой меч заставит Грубера ответить на все мои вопросы. Если вы встретитесь с ним сейчас, он вас уничтожит. Это чудовище не так просто победить. Я уже давно ищу меч, который много веков назад принадлежал одному из героев императора Мандреда. Тот меч обладал силой, позволяющей уничтожать демонов, но он пропал, когда Мандреда убили, и империю поглотила анархия. Но какой прок от утерянного меча? И какое отношение он имеет к Отто фон Груберу? Рыцаря, который владел этим мечом, убила нежить. Порождение тьмы, питающееся кровью живых. Я сопоставил древние легенды и выяснил все об этом создании. Его повадки, его жертвы, его цель. Если хотите добыть этот меч, отправляйтесь на юг и найдите этого вампира. Силы хаоса повсюду. Я не могу просто так забыть о приказах Рейхсмаршала. Очень хорошо, что вы так серьезно относитесь к своему долгу, фон Кессель. Ваша верность делает вам честь, и я помогу вам. Мы победим северян, уничтожим подземных крысолюдей и раскроем темный заговор Грубера. Эй, там! Если у вас есть раненые, мы окажем им помощь. Здорово, человечище! Нет уж, мы сами присмотрим за своими ранеными. Спасибо. Что случилось? Кто напал на вас? Орки! Трижды проклятые орки! Пусть гниют их сердца! Они забрали наши запасы! Мы возвращались в Грундак с оружием и боеприпасами. Если мы не вернем это оружие полностью, придется туго, учитывая теперешнюю суматоху.
Ну, возможно, мы все-таки можем вам помочь. Орки могут возвратиться, а ведь есть в округе твари и похуже. Если мы доставим оставшиеся ящики в Грундак, можно было бы обделать некоторые дельца.